Так, это здание снаружи, где мы снимаем квартиру. О, такая высотка. На 18 этаже мы находимся. Видно, с той стороны, если вы увидите, очень много высоток строят. Это, наверное, наверное, новый район такой спальни считается, я не знаю. Хотя, конечно, спальню его трудно назвать, здесь очень много машин. С этой стороны у нас находится уже... мы уже проведали сегодня, кстати, второй день нашего нахождения в Канаде, в Торонто. И это Sobeys супермаркет. Мы уже там отоварились для завтраков. Хочу сказать, что не особо дешевый, конечно, это супермаркет такой дорогой. Если, ну, я сравниваю, если с Нью-Йорком, практически одинаковые цены. Здесь очень красивый вид, вы видите, сразу видно башню CNN. Сегодня очень ветрено, поэтому я не знаю, будет что-то слышно или нет. Эй, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Я нахожусь в Торонто, это сегодня второй день. Сейчас я направляюсь в Чайнатаун, это китайский квартал. Если верить Гуглу, должно занять это у меня где-то 20 минут по улице вот этот Спадзина Авеню. Не знаю, видно вам сейчас или нет. Это улица, сейчас, то есть по ней прямо. Я должна буду где-то за 20 минут, я не знаю, посмотрим. Хочу просто немножко сейчас постоять, показать еще раз. Такой вид на здание. А вот в той стороне у нас находится озеро. Онтарио. Вот такая местность. Все. Надеюсь, дойду до китайского квартала. Надеюсь, не очень далеко это на самом деле. 20 минут пешком. Итак, я буду делать несколько остановок в процессе похода. Сейчас я остановилась на мосту. 2 минуты отсюда. Просто хочу показать канадские поезда. Не думаю, что придется нам ими воспользоваться во время нашего путешествия, но хочу вам показать. Они такие зелененькие, я не знаю, это междугородные или международные какие поезда, но... Вот. Надеюсь, вам слышно, потому что очень ветрено, я пытаюсь громко говорить. Иду я туда, опять же, показываю вам, в ту сторону, что с этой стороны еще покажу. Здесь у нас также, видите, Роджерс Центр. Я не знаю, что это за центр. Я так поняла, что там какой-то, наверное, футбольный центр, типа футбольного поля или что-то, я не знаю. Ну все, продолжаю дальше. Путь в Китай. Китайский квартал. Так, я еще иду по пути. Просто остановилась поснимать немножечко здание. Здесь уже такие вот более, наверное, старые здания. Интересные, на мой взгляд. Решила остановиться, немножко поснимать. Показать. Что-то у нас еще. Такие трамваи. Это обычные трамваи, конечно. Не сравнить с трамваями в Ницце. Все, иду дальше. Так, судя по тому, что уже названия начались на каких-то непонятных нам китайских иероглифах, я дошла до китайского города. Как и здесь встречаются также китайцы. Вот он, китайский город. Well, okay, by the look of it, that all the signs started to be in, not just in English, but also in Chinese. This must be this Chinatown. So I finally got here. Так, ну я пришла, конечно, в этот квартал китайский посмотреть, что они тут предлагают.
какие-то сувениры, может быть, найти. Не знаю, посмотрим, что здесь есть. So I went to Chinatown first to check out place. Hopefully, maybe try some food. Also buy some souvenirs, maybe. I don't know, we'll see what they have on offer. Так, хочу сказать, что Google не обманул. Заняло мне 20 минут ровно с моего места. Дошла я за 20 минут. Okay, it took me 20 minutes to get here, so Google was right. So I can see the prices are here quite nice, quite good for the fruits and vegetables. Like, better prices than in the supermarkets. Так, я посмотрела цены на овощи и фрукты. Меньше, чем в супермаркете. В общем, реально здесь все в уроглях китайских. Okay, it's really like all Chinese writings everywhere, so like in China. Chinatown! Так, ну я думаю, дальше я уже снимать не буду, я просто пройдусь, еще посмотрю, что здесь интересного есть. Но как бы вот представление, как выглядит китайский квартал Торонто, думаю вам. Что-то мне все время продают. Что-то какую-то мне предложили брошюрку, я не знаю, что это. Посмотрю потом. Так, ну вот вам представление о том, как выглядит китайский город. Все, сейчас я пойду дальше, уже уберу камеру, потому что когда ты ходишь с камерой, все знают, что ты турист, и от тебя все время что-то все хотят. Поэтому сейчас я ее спрячу и буду... ну, конечно, на местного жителя я не буду похожа, потому что здесь в основном китайцы. Буду пытаться походить на канадца хотя бы. Ладно, все. Все, спасибо всем за то, что смотрели. Это была Жанка Англичанка из китайского квартала в Торонто. Подписывайтесь!